В Ульяновской области предложили запретить снюс. С инициативой разработать соответствующий законопроект выступил глава региона. Профилактика употребления таких психоактивных веществ несовершеннолетними стала одной из главных тем областного родительского собрания. Участниками встречи стали более 200 человек. И это не только родители школьников, но и преподаватели. Здесь презентовали новые направления работы в региональной системе образования. И прежде всего, триместровую систему обучения. В регионе на нее уже перешли 14 школ. Это 5 недель учатся, неделю отдыхают. То есть это не как четверти традиционные, а именно новая система. И у нас есть представители, которые в пилотном режиме прошли такую систему обучения, образования. Они поделятся своим опытом, насколько понравилось детям, насколько отрегулирована вот эта система, насколько каникулы как вот разбиты, насколько дети довольны, родители довольны. То есть мы послушаем директоров образовательных организаций. Семьеведение у нас будет внедряться во все образовательные организации. Семьеведение – это внеурочная программа, которая не входит в основной план, у нее нет оценок, поэтому ребята с удовольствием приходят. В основном это ребята подросткового возраста, 8-9 класс, для того, чтобы обсудить, какие есть права, обязанности в семье, как формируется семейный бюджет, какие документы оформляются, чем гражданский брак отличается от официального брака. В год памяти и славы глава региона дал старт семейным проектам. Так, на собрании он предложил родителям вместе с детьми составить историю своего рода. В помощь архивные документы. Давайте научим наших детей заниматься такой вот своеобразной поисковой работой. Начнем сейчас нас спрашивать, знаем ли мы хорошо двоюродных, я уж не говорю, так сказать, про троюродных и других родственников, мы запутаемся. Вот с этого начинается родина. В связи с этим я хотел бы, чтобы мы запустили с вами такой большой проект, с чего начинается родина.